Всем привет! С вами Цуефа, и у нас для вас прекрасные новости. Наши ролики будут выходить еще и в ВК. Подписывайтесь на наше сообщество Цуефа. И, конечно же, следите за роликами еще там. Будет очень много эксклюзивного контента. Всем привет! Вы на канале Цуефа. С вами Давид Туров в качестве ведущего. Сегодня мы снимаем вторую часть ваших любимых свиданий. Сегодня будет 20 блогерс против меня. Из 20 я должен выбрать ту самую. Также у нас будет микронаушник и ребята, которые будут управлять мной через него. За каждое невыполнение задание, я буду получать минус 10 тысяч рублей в свой банк. Let's go, Ашкари! И, кстати, в этом ролике я успел отхватить по лицу от Фроси и Лизы Мелли. Эти кадры я не могу оставить на Ютубе, потому что нас могут за них заблокировать. Поэтому переходите в мой телеграм-канал, там будут самые жесткие кадры со свиданий. Йоу, ребятки, вы на канале Цуефа, с вами Милан Некрасова, Женя Лизагуб, и сегодня у нас Давид Туров встречается с 20 девушками, и первая уже пошла, и нам нужно задавать ему задания. Она очень похожа на Валю Карнавал. Давид, скажи, что ты очень похож на Валю Карнавал. Ты очень похожа на Валю Карнавал. Понятно. Бро, скажи, жестко фары слепят, что-то жестко. Фары слепят, вон. А теперь смотри, смотри только на ее фары и говори, блин, не, фары жестко слепят. И прям смотри на нее. Фары жестко слепят. Типа глаза красивые очень. Глаза красивые. У тебя очень большие глаза. У тебя тоже красивые глаза. У тебя очень большие глаза. А у тебя есть парень? Нету. Скажи, даже если и был бы, я бы его отбил бы. Даже если бы и был, я бы его отбил, реально. Не знаю, ну, если бы получилось просто. Спроси, а я тебе нравлюсь? А я тебе нравлюсь вообще? Ну, конечно. Скажи, а ты мне нет? А ты мне нет. Шутка! Ладно, просто сядь на пол и начинай бить себя по голове. Ладно, понятно. И теперь вставай обратно и скажи, прости, у меня просто всегда такая реакция на Валю Карнавал. Извини, у меня просто всегда такая реакция на Валю Карнавал. Ну, я, короче, просто, ну... Может, ты перенервничал чуть-чуть? Перенервничал. Ну, если ты нервничаешь, то может, Я стесняюсь, девочки. Скажи, я не нервничаю и сделай синдром Туретта. Я не нервничаю. Ну, у тебя что-то ну, такое вообще-то. Нет. Ну, чуть-чуть у тебя тик какой-то, нет? Теоретически, если бы у нас сейчас прошло хорошо свидание, ты бы со мной целовалась? Если бы у нас сейчас хорошо, допустим, прошло свидание, а не вот это вот кринжатина, ты бы со мной поцеловалась на первом свидании? На первом? Да. Скажи правильно. Почему? Потому что. Правильно. Да. Правильно. Да. Покажи бицепс ей, покажи бицепс свой. Во-первых, смотри, как себе. Не хочешь потрогать? Ну, за это можно на первом свидании? Нет. Можешь потрогать? Потрогай, да. Только пальчиком, если. Можешь пальчиком. Можно? Можешь двумя. Ну, ты сильный. Сильный? Сильный. Спасибо. А можно твой потрогать бицепс? А теперь сними кроссовок, понюхай его и скажи. Ой, хорошая. Предложи ей понюхать. Ты не хочешь? Да нет. А скажи, а ты можешь снять, я твой понюхаю, мне просто важен запах женщины моей. Можешь свой снять? Снять? Да, я просто. Я понюхаю, снять. Мне просто очень... Понюхать? Да, просто очень важно, как пахнет моя женщина. Ну, я на первом так не делала свидание. Ну, только, ну, потом ну, можем, ну, типа, просто, потом ну, отойти. Ну, да? Ну, конечно. Хорошо, а можно я просто понюхаю тебя, твои духи? А можно тебя... Понюхаю просто духи. Ну, можешь понюхать. Можно? Ну, и чуть-чуть только. Чуть-чуть. И скажи, говном запахло. Говном запахло, Давид. Скажи, говном запахло. Вкусное. Вкусное? Да. 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 Ну, у тебя тоже вкусное духи. Да? Можешь понюхать? Да. Вкусное. Да? Да. Спасибо. Все, одно невыполненное действие от нас, 10 тысяч на карту нам. Резко ляжка, будто упал. Просто лежи. Ты проходишь дальше, спасибо. Можно уходить, да? Да. Спасибо. Извини, мне просто так удобно. Я поняла. Я не смог это сказать. Это кринж был, по-моему. Я очень рада, что я прошла дальше. Серьезно очень настроена, поэтому думаю, все будет хорошо. Ну, он чуть-чуть странненький, но это нормально. Он просто стеснялся чуть-чуть. Ну все, ребятки, первая девочка прошла. Это было достаточно кринжово. Давид неплохо справлялся, но одно задание он провалил. Сейчас следующая девушка заходит, резко нажимаешь на кнопку и начинаешь... Похвали ее за подмышки. Привет. Привет. У тебя классные Попроси подмышки. Попроси ее поднять руки. Спасибо. И понюхать сзади у ее подмышки. У тебя неплохие усы. А можешь типа, показать подмышки вот так? Ну, поднять руки.
я снималась уже у вас ролики, пришла завоевать твое сердце вновь. Да? А почему подмышки тогда не показала? Скажи и так, типа, чтобы завоевать мое сердце, нужно громко кричать «эш-эш». Во-первых, чтобы завоевать мое сердце, нужно громко кричать «эш-эш». «Эш-эш!» Еще громче. «Эш-эш!» А сейчас зачитай рэп, жесткий. «Твои глаза будто океаны, я утопаю в них». Эту песню я пел Лере, вот теперь тебе пою. Эту песню я пел Лере на самом деле. Вот теперь тебе пою. Но теперь я тебе ее пою, понимаешь? Какое ты для меня значение. Вы больше не вместе? Скажи, это секрет. Это секрет. Тебя бы смутило, если бы у меня была девушка, и я бы встречался тебя с тобой? Тебя бы смутило, типа, если бы у меня была девушка, и начал бы еще с тобой встречаться. Резко гавкни. Нет, ничего, ну я думаю, что еще вообще раз нет. Нормально? Втроем жить, да. Втроем? Да. Кайф. Поковыряйся в ухе и предложи ей понюхать. Что-то в ухе застряло. Не хочешь понюхать? Нет. Скажи, почему? Жалко, Лера нюхала. Ну, Лера нюхала, ну. Пока. Давид очень клевый парень, но немножко мне не понравилось, что он просил меня показать подмышки и хотел дать понюхать свой палец. Привет, Давид. Приветик. Скажи, нифига ты похожа на девочку Уэнсдэй. Ты знаешь, на кого похожа? На кого? На, типа Дженна Ортега, знаешь? Да, мне, кстати, не раз так говорят. Да ладно, я пошутил, ты не похожа на нее. Да ладно, я пошутил. Скажи, смешно с моих шуток? Смешно с моих шуток? Ты единственный, кто над ними смеется. Давай встречаться. Единственный, кто смеется. Давай встречаться. Да я пошутил опять. Я пошутил. Опять. И стукни по столу и такой, типа, ты моя женщина. Ты будешь моей женщиной? Теперь нет. Ты меня обидел. Чем я тебя обидел? Чем я тебя обидел? Ты только что хотел со мной встречаться. А теперь уже нет. Ты разбил мое сердце. Ты что, плачешь? Да, ты разбил мое сердце. Скажи, обними, извини меня. Извини, пожалуйста. Скажи, ой, как вкусно пахнет. Ты очень вкусно пахнешь. Правда? Ты тоже. Да, да, это просто... Давай да. друг друга нюхать. Скажи, да я пошутил, да я пошутил. Нюхайте? Да. Я пошутил. Скажи, смотри, развяжи шнурки и скажи, а можно сейчас потренирую, как я тебе буду шнурки завязывать? Я, ну, попробую завязывать шнурки, развязывать. Я а, думаю, ты то, еще что... не научился? Ой, как у тебя ноги воняют, нет, тоже отсюда чую. Я просто... Ой, что-то... Просто сейчас резко пой Крида. Где ты? Где я? И теперь уже ой, ой, не ой, важно. Ой, а я тоже знаю эту песню. С кем сегодня я? Мне все равно. Вальс, возьми ее за талию. Возьми за талию и вальс. Среди денег и вранья. Оставайся в этом мире, где нет. Скажи, ты меня. Волшебная. Ты, как знаешь, муза. Муза? Да, ты очень крутая. Твоя муза? Да. Резко жми на кнопку и говори. Фу, нет. Нет. Ты не прошла проверку. Я очень расстроена, мое сердце только что разбили. Я пришла сюда, чтобы найти вторую половинку, но теперь, мне кажется, я никогда не найду. Давид урод. Приветик. Привет. Ух ты, ты такая высокая. Да. А какой у тебя рост? 1.72 метра. Скажи, давай померим ростом, померимся ростом. Давай померимся ростом. Давай. А сколько у нас расстояние? Дерни ее за волосы. Ой, че ты там бомбу. А еще раз мерься, еще раз мерься. Понюхай волосы, скажи, это что, шампунь для лошадей? Норм? Да, у тебя шампунь, знаешь, как шаума. Ну, как продавался такой лошадиная сила в детстве. Начни на нее орать очень сильно. Давид, скажи, просто я люблю больше яблоко, а ты больше похож на ананас. Я люблю яблоко, а ты похожа на ананас. Это, знаешь, как, ну, разные миры. Но это прям не то было. Вот прошлая девочка, она мне понравилась. Мне вторая девочка понравилась. Которая девочка Уэнсдей, до нее еще беленькая была. Вот эти две девочки очень хорошо подходили Давиду, и мне понравилось то, что они выполняли задание. Меня не взяли. Я очень расстроена, честно. Все. Давид, сейчас девушка только заходит, и ты вот так зай, зазай, зазай, зазай. Смотри, и ты должен как-то объяснить руками, жестами, то, что пока она не скажет Ишкерия, ты не остановишься. Зай, зазай, зазай, зай. Покажи жестом, вот, типа, говори, говори, говори жестом, и зай, зай, зай. Зай, 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 зай. Начинай, как будто ты сумасшедший грызть ногти, вот так. Вот так, как сумасшедший, грызь, грызи, вот так, зубами стучи, вот так. Засунь кулак в рот резко. И разговаривай с ней уже нормально, с кулаком в руке. Дергайся. Ну, давай что-то, ну, может быть, расскажешь чуть-чуть о себе. Мне 15. 15? Да.
Спасибо. Я не поняла, что произошло, но я была рада участвовать в этих съемках. Привет, Давид. Скажи, вот такая, это ты, которая в психушку попала? А, это ты, которая в психушку попала? Ты дурак? Можешь нет. Ребята, по правилам Ютуба я просто был обязан этот момент заблюрить. И если вы хотите увидеть без блюра, то вы знаете, куда переходить. Телеграм-канал Давид Тур. Это было максимально кринжово. Приветик. Алейкум. Резко начинай танцевать вот этот кей-поп танец. Ты японка? Я просто видел тебя. Раз ты японка, скажи что-нибудь на китайском. На японском. На японском. А, скажи, ладно, хватит. Ладно, я тебе вообще нравлюсь. Очень сильно. Смотри, теперь скажи так, давай проверим нашу миндальную связь. На счет три каждый из нас сделает по одному движению. Миндальную связь. Раз, два, три. Каждый из нас сейчас сделает по одному движению. Давай, три, два, один. А помнишь наш ролик из ТикТока? 3, 2, 1. А помнишь наш ролик из ТикТока? Какой? И теперь говори. 3, 2, 1. 3. И делай 2, то самое движение. 1. Лучшая, ты лучшая, ты лучшая, ты лучшая. Ты лучшая, все, ты проходишь. Все, кайф, кайф. Я прошла, чувствую себя избранной. Спасибо большое. Давид, она заходит, ты спрашиваешь, привет, как тебя зовут? Она говорит, Рада. И ты говоришь, Рада, ты Рада? Приветик. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Рада. А Рада, ты Рада? Это Женя, да? Нет, это я придумал. Да, Рада. Я Давид. Молчи, просто молчи, просто молчи. И теперь вот так резко, и теперь просто вот так медленно. Жесткое задание, кажется. Надеюсь, мне подмышку не надо будет показывать. У тебя брекет? Скажи, у моей любимой Юли Гаврилиной тоже. Блин, как у моей Юли любимой Гаврилиной. Ну скажи, но тебя я тоже люблю. Ну тебя я не меньше люблю, чем Юлю уже. Скажи, мы можем сидя поговорить? А мы можем сидя поговорить? Да, давай. Вот так вот. Мне так комфортно. Хорошо. Вот. Давид, начинай резко гавкать и заикаться. Сельскую? Сельскую. Скажи, я не волнуюсь. Не переживай. Нет, не переживай. Не волнуюсь. Ложись на пол, ковыряйся в носу, гавкай и говори, какая она красивая. Ты очень красивая, реально. И... Ну, ты попроси ее подойти ко мне, чтобы мы были более ближе. Жалко, что не вижу. Я бы Давид, делай синдром Туретта очень сильно и говори, я бы хотел... Домашним животным. Ты бы не хотела вылечить меня? Ты бы не хотела вылечить меня? Нет. Я, пожалуй, нажму нет, но... Это слишком кринжово, да? Все, Давид крутой. В общем, все было очень круто. Давид очень крутой. Готов участвовать в шоу бесконечно. О, Дашка, приветик. Привет. Ты сейчас резко начинаешь говорить, как гей. Как Эш. Заюш, ну, Эш хорошо прошло. Заюш, слушай, у меня есть там один мой знакомый. Ну, нормально. А у тебя как на личном? Один знакомый. И могу тебе его предложить познакомиться с тобой. Могу предложить познакомиться. Начинай резко орать на нее, говори, что все бабы говно. Да короче, задолбали меня эти бабы. Реально, одна мне сейчас леща дала. Давид, начинаешь трястись и говоришь, что у тебя голоса в голове, и начинаешь смеяться истерически. Я просто начинаю голоса в голове, мне не дают покоя, я не понимаю, что Давид, происходит. Давид, ложись на пол. Я не могу так жить. Резко вставай и говори, я экстремист. Помогите! Гаврель, я мистер Слайм. Так у тебя есть парень все-таки, да? Ну, частично. Может, я лучше с твоим парнем познакомлюсь? Я очень жду его здесь. Вот прям здесь. Зачем парень? Это не я, это нахер парень. Начинаешь с ней заигрывать, говорить, какая она красивая. Вот мы и с парнем познакомились. Кстати, девушка у тебя очень красивая. Начинаешь гладить ее по голове и говоришь, что она шикарная женщина. Просто шикарная женщина. Просто прекрасно. Ах, какие волосы! Дай понюхай, пожалуйста. А можно понюхать? Нет. Почему? Почему? Нет, я имею в виду тебя понюхать. Тебя можно понюхать? Ну, нет, ты не понял. Тебя. Меня можно. Понюхай. Только я пахну немного. Волос. Скажи, перхоть. Даш, скажи честно, кто лучше, я или твой парень? Вот ты сейчас нас видишь двоих. Вот кто лучше, я или твой парень? Твой парень? Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Лучше.
Спасибо, ребят. Вы очень круто смотрите вместе. Мне все понравилось, не считая того, что Давид хотел увести у меня парня, но фигу. Пока. Извини. Не мой типаж, извини. Если честно, я такого и ожидала. Короче, сейчас какой-то был жесткий раунд в плане того, что, ну, Давидик что-то сильно резко выразился, просто «я хотел встать, короче, но я пока нашел свои костыли, еле допилил дотуда». Я у нее спросил, типа, ну, все хорошо, она не обиделась, она сказала, типа, вроде нет. Но, не знаю, Давидик как будто бы не обидел, но она не хочет признаваться в этом. Но я надеюсь, у нее все хорошо, поэтому все good, все круто. Привет. Привет. Скажи, слушай, ты какая-то закрепощенная, потанцуем? Ты какая-то закрепощенная. Может, потанцуем? Повторяй за мной, малышка. Повторяй за мной. Давай. Малышка. Скажи, повторяй за мной, малышка. Повторяй за мной, малышка. Повторяю. И скажи, блин, у нас прям мы похожи на Ивана Зола. Блин, у нас... Мы знаешь, на кого похожи? На Ивана Зола. Ну, точнее, не мы, а ты. Ну, не мы, точнее, типа, а ты. Если честно, я пошутил. Ты не против, если я сейчас 30 секунд буду делать тебе комплименты? А ты не против, если я тебе сейчас 30 секунд буду делать комплименты? Окей. И говори, блин, какая же Юля хорошая, красивая. Какая же Юля хорошая, красивая, классная. На самом деле, эта девочка очень стесняется, и хочется, чтобы она чуть поулыбалась, и чтобы он сейчас ей сам сделал комплимент. Ты, ну, просто и правда. Ладно, Юля, это понятно, но ты, на самом деле, у тебя очень красивые глаза, правда. Голубые спасибо. Глаза, они очень редкие. Мне так приятно, мне думается. Скажи, а можно я тебя возьму за руку, и мы станцуем вальс? Может, за руку вальс станцуем? Ты очень вперед? Вкусно пахнешь. Вперед. Ты очень вкусно пахнешь. Спасибо. Как стол, который новый купили. Как знаешь, типа, стол новый купили. Или да, как книги новые. Теперь резко, ты пахнешь как любовь. Пахнешь как любовь. Да. Пахнешь как первое супер. Свидание. А скажи, а давай вместе споем. И начинай петь Эшкере. Эш, эш, эш. Эшкере, йоу! Раскрепостилась чуть-чуть. А сколько тебе лет? 14. 14? Прости. Мне очень понравилось, что мы с Давидом потанцевали, мы попели песню «Эшкере». Приветик. Привет. Давид, начинаешь сейчас себя бить по голове ну. И говорить, что она очень красивая, но у нее волосы очень сильно воняют. Ты очень красивая, но у тебя волосы воняют очень сильно. Что, я тебя бешу? А разве твой парень не так же делает, как и я? Разве парень не должен так вести себя, как и я? Не должен. Твой парень. Он не ведет себя так. Но я считаю, он тебя недостоин. Ну как нет? Я чем? Считаю, он тебя недостоин. А я считаю, что ты недостоин меня. Ну, ты... Давид, я не ожидала от него такого. Я очень расстроилась. Дебил. Привет. Привет. Сколько тебе лет? 14. Прощай. 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 Я думаю, Давид просто меня недостоин, и я думаю, он меня просто не увидит, и все. Поэтому... Привет. Привет. Ты студентка? Нет. Насколько молоденькая? 14. Ну, я изначально понимала, что ничего не будет, вот, поэтому просто пришла ради участия. Он мне никогда не нравился. О, приветик! Привет. Что круче, Адреналин Хаус или Цуйфа? Адреналин Хаус. А сколько тебе лет? 16. Слышу, как разговаривает. Я не буду слушать. Да. Если что, у меня ничего нет. Давай. За голоса в моей голове, тебе кажется. Скажи честно, вот у тебя есть мальчики в хаосе, я же красивее их. Ну честно, вот это у тебя есть... Это тоже у тебя в голове. У тебя есть мальчики в хаосе. Да. Ну я же красивее. Конечно. Нет, ну реально. Ну конечно. А вот сейчас они это будут смотреть, и ты говоришь, конечно. Скажи, я мужчина, и бей себя в грудь. Я мужчина. И еще раз. Я мужчина. Все хорошо? Бери за руки и говори, а ты женщина. Я девочка. Я девочка. А ты женщина. Почему женщина? Женщина. Девушка. Моя. Да? Женщина. Ну, я старая. И теперь опять, я мужчина. А я мужчина. А я девочка. А ты женщина. Ладно. А я мужчина. А я мужчина. Бьешь по столу и говоришь, место женщин на кухне. Ты согласна со мной? Ты согласна со мной, что женщина должна работать на кухне? Ну, 50 на 50. Ты будешь моей женщиной на кухне около плиты всю жизнь? Ты будешь моей женщиной? Девушкой. На кухне. На кухне. Вместе будем готовить. Около плиты. Вместе будем готовить. Вместе. Да, давай. А сколько ты детей хочешь? А сколько ты детей хочешь? Два. А я хочу восемь от тебя. Я тоже только хочу от тебя. Восемь.
А если нашу свадьбу мы оплатим 50 на 50, ты согласна? А если мы свадьбу типа на 50 на 50 оплатим? Хорошо. Ты согласна? Да. Реально? А если ты будешь меня на все согласна? У тебя деньги есть, да? Ты на все согласна, чтобы только чтобы быть с ним, да? Да, чтобы быть с тобой. И даже обеспечивать меня будешь? Я буду Альфонсом. Я просто хочу быть, знаешь, вот... Альфонс, как это называется? Я смотрю, ты на все согласна. Я тебе говорю да. Ты можешь мне сказать да или нет? Что да, да. Да? Да. Кай. Спасибо большое. Я сейчас подумаю. Ой, я просто на цыпочки встала, я очень низкая. Да, все хорошо. Ты не низкая. Ты не низкая, ты короткая. Ты крутая. И короткая, как я. Ура! Ура, мы короткие. Мне понравилось. Все круто, классно. Он вайбовый. В конце он выберет меня. Ой, приветик. Приветик. Сколько тебе лет? 16. Ты так похожа на кого-то? На кого? На мою бывшую. На мою бывшую. Знаешь, ты на нее очень похожа, и мне это нравится. Мне это нравится просто. Я просто всегда ищу девушек, похожих на Леру. Я просто всегда ищу девушек, похожих. На Леру. На Леру. Круто. И ты на нее очень похожа, поэтому ты мне нравишься. Ты на нее очень похожа, поэтому ты мне нравишься. Ты, конечно, не как она, но ты тоже хороша. Ну, типа, не как она, но ты тоже хороша. А я тебе нравлюсь? Нет. А зачем ты сюда пришла? Почему? У тебя волос, потому что тут. Что мне нужно ради тебя и себе? Ну да, что мне нужно сделать, изменить? Вот что? Вот может я сейчас, не знаю, отожмусь. Давай, 10 раз. 10 раз? Да. Отжимайся, только как из тренда на полу. Не так. Как? Скажи, я так только отжимаюсь. Давай. Раз. Давай, это не так. Раз. Скажи, ты какие-то неправильные отжимания? Я какие-то неправильные отжимания. Покрасься в черный и делай каре. Можешь покраситься в черный и сделать каре. Ладно. Ради меня. Ради меня. Нет. Скажи, да, круто, Лера бы так просто же сказала, поэтому ты мне нравишься. Да, Лера бы так же сказала, поэтому ты мне нравишься. А я тебя бешу, потому что я говорю про бешу? Леру. Да. Потому что говорю про типа, девочку. Да. Лера, кстати, также говорила. Ты похожа на Леру. Но ты реально похожа на Леру. А ты похож тоже на моего бывшего. Какой из? Какой из? Марат. Всем дырка Марат. Марат, так это же мой брат. Это же мой брат. Да. Марат. Да. Скажи сейчас, Марат, это же мой брат. Это же Марат, это же мой брат. Да. Читай теперь Марат, это мой брат. Он словно тысяча карат. Он мне тоже такие песни пел. Да? Да. Поэтому ты его отшила. Да. Ну, можешь меня отшивать тоже. Раз. Давай. И не давай ей этого сделать. Давай, делай это. Давай, 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 давай. Скажи, Лера бы симка так же сделала. Лера бы симка так же сделала, так же, так же, так же, так же, так же. Ну, единственное, что я могу сказать, что Давид — это кринж. Не говори ни слова и моргай. Просто моргай еще сильнее. Теперь открывай-закрывай рот, открывай-закрывай, открывай-закрывай, открывай-закрывай. Теперь плечами жмакай вот так, оп-оп, вверх-вниз, 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 и все продолжай делать. Теперь оп, одной ногой притоптывай. Делай. Теперь головой вправо-влево. Делай. Теперь делай вид, что ты качаешь руки гантелями. Все, продолжай делать. Продолжаешь делать, и потом резко вот так, ну что, детка, как тебе мой хобби-хорси-танец? Ну что, детка, как тебе мой хобби-хорс? Прикольно. А я помню твои дырявые носочки. Можешь показать, как они выглядят сейчас? Я помню твои носочки. Можешь показать, как они выглядят сейчас? Они раньше у тебя были дырявыми. Они сейчас собой. Они раньше были дырявыми. Смотри, давай порепетируем, как я тебя буду называть в отношениях. Давай порепетируем, как я буду тебя называть в отношениях. Зай. Нет. Баба моя! Я вообще не люблю, когда животными вот таким голосом. Баба моя! Ну, это получше уже. Да? Да. Моя Буся-Мусечка. Моя Буся-Мусечка. Как тебе так нравится? Такое. Такое, да? Да, да. Слюнявое, да? Угу. А если моя Эшкерешка? Ну, ладно. Начинай себя гладить по голове и говорить: я хороший, а потом одновременно кукарекой. Я хороший. Чаще. Ой, хороший. Скажи, нажми на кнопку. Нажми на кнопку. Я ж тебе не подхожу, я просто урод. Я никто. Я никто, я недостоин тебя. Я чмошник, я недостоин. Посмотри тебя. На себя, ты как Марго Робби, а я как жирный урод. Ты как Марго Робби, а я как Шерлок Холмс. Я как Шрек.
Скажи, а я буду изменять, ведь я тебе не нужен. Я буду изменять, я тебе не нужен. Я не такой, как все парни. Нажми на эту гребаную кнопку. Я люблю, когда я сижу на шее у девушки. Я люблю, когда просто, ну, я сижу на шее у девушки и все. Скажи, я Шрек. Я Шрек. А ты моя Фиона. А ты моя Фиона. Хорошо, сядь на кнопку, Давид. Все хорошо. Просто я не достану тебя. Прости. Ну, я вообще не расстроилась. Это классный опыт, что вот так вот немножечко пообщались с Давидом. Давид чуть-чуть кринж, но не сильно. Привет. Привет. Давай позвоним. Давид, говори, что у нее фары не слепят. Ну, фары не слепят. Сейчас раздевать потихоньку, убираешь галстук, начинаешь башку расстегивать и говорить: «Я завожусь, малышка. При виде тебя мне уже стало очень жарко». При виде тебя мне стало очень жарко. Ты какой-то скучный. Пока. Я мужик! Друзья, ну мне очень понравилось, Давид. Харизматичный, ну нормальненький такой, неплохой. Начал раздеваться, но я не была к этому готова. Здравствуйте, Давид Туров. Неожиданно, да, наверное, было? Как дела? Дай ваши? Кнопку. Как настроение? Дай ваше? Кнопку. А что ты занервничал? Не что нервничаю, случилось? Просто дай кнопку. Давай поговорим. Зачем? Видишь, как ворвалась. А почему здесь Лера? Я думаю, мне все рады здесь видеть, ребята. Здесь да? Была Лера. Ты же поговорить хотел? Да. Ну, давай поговорим. Я смотрю, у тебя классно получается играть здесь со всеми, заигрывать. Прикольно тебе, ну, нравится? Ну, что в этом такого? Что в этом такого? Mm-hmm. По-моему, это странно. Я хотя бы тиктоки не снимаю и не хожу гулять с парнем. Я хотя бы это просто вот контент под камерой делаю, да. И не целуюсь там с кем-то. А я целовалась? А я не знаю. Ну так вот, пожалуйста, не говори, чего ты не знаешь. Почему? Зачем? Ну как я могу знать? А зачем говорить ложную Когда информацию? Когда человек просто пропадает, начинает гулять с другими парнями. Это странно. Понимаешь, но это есть свои причины. Я же это не просто так решила сделать. Ну, как всегда, одна как отмазка. Всегда, одна отмазка. А тебе что, сказать разговор? Нечего? Что ты как-то оправдываешься? Я вообще знаешь, не ожидал. Ты просто тоже не белый, я не ожидал, пушистый, что Давид. До тебя тут видеть, поэтому у меня такая странная реакция. Я думала, да. Ты обрадуешься. Я на самом деле к тебе нормально отношусь, но... Я тоже. Человек, конечно, не очень. Я поступила не очень. Да. С моей стороны не было как ни одного всегда. Грязного поступила, и плохого поступка. Как всегда. Как всегда прекрасно, я знаю. А ты нет. Не, ну я уже по-другому поступила этот раз. Да, в этот раз по-другому. Да не, ну рассказывай, как там у тебя на личном, как встретились, знаешь, типа два незнакомца, знающие друг друга наизусть. Два незнакомца. Похожи на нас, да? У меня на личном ничего. Все спокойно. Угу. Может, поговорим, Давид? По-моему, это странно. Мне кажется, ли он как-то занервничал или переживать начал? Есть такое, да? Не, я не переживаю. Красиво оделся в этот раз. Да, для тебя. Для меня? Для тебя. Точно? Да. Для меня, но не знал, да. Что я здесь буду. Все, выкидывай кнопку. Выкидывать? Да, ты проходишь дальше. Прохожу дальше? Да, выкидывай. Ладно, увидимся, Давид. Итак, настало время выбора той самой девушки, с которой я пойду на свидание прямо на стриме. Если что, ссылочка будет в описании в моем телеграме. Ту девочку, которую я обниму, с той я и иду на свидание. Ну все, получается, девчонки. Он выбрал Леру. Я не ожидал. Мы же договаривались, что мы выберем. У него, видимо, слишком сильные чувства к Лере. Поэтому он ее выбрал. Или это для хайпа, для шоу. Я просто ничего не понимаю, потому что он выбирал всех и в итоге выбрал Леру. С которой они, ну, он расстался. Типа они не в отношениях. Он выбрал ее, а девочка, которую выбрал, минус. Всем спасибо за просмотр, ребят. Ну, вот эту замечательную девушку я выбрал. Я надеюсь, что я не ошибся с выбором. Еще раз напишите в комментарии, может, мне кто-то больше подходит из девочек. Правильно я сделал свой выбор. Обязательно потом приходите к нам на стрим, подписывайтесь на соцсети и будем делать свидание, да? Всем большое спасибо за ролик. Всем пока! Мы ничего не поняли. Поэтому всем пока. Я считаю, что это как-то стрёмно было.